Соревновательный сезон подошел к концу и у пловцов. Финальной точкой стало первенство округа, которое собрало около 120 спортсменов, тренирующихся в кашалоте и дельфине. К тому же в гости приехали давние соперники – пловцы из Талдома. Перед стартом спортсменам дали по-настоящему олимпийское напутствие. И хочу вам еще пожелать. Вы знаете, каждый человек, который принимает участие на Олимпийских играх, особенно спортсмены, мы произносим клятву бороться честно, по правилам и уважая своего соперника. Я очень надеюсь, что этот девиз будет для вас не только в спорте, но и в жизни. Заключительные в сезоне соревнования «Праздник двойной». Поздравляю вас, ребята, с началом летних каникул. Сегодня такие установки вам дали наши руководители и наши сегодняшние наставники, что невозможно сегодня считаться проигравшим. Участники первенства округа – это 5 возрастных категорий, от начальной подготовки до высших разрядов. Победители определят в каждой группе по сумме 2 дистанций. Сегодня 50 спина, все сотни, 100 дельфин, спина, брас, кроль, 800 метров вольный стиль. Завтра тоже 2 полтинника, других уже, и все дистанции 200 метров. Полтинники с лихвой преодолевают пловцы с начальным уровнем подготовки. Максим Клинов в плавании уже 1,5 года. На первенстве сдавал 2 дистанции – 50 и 100 метров на спине. Пловец уверяет, уровень конкуренции достойный. Соперники где-то вот очень сложные. Я бы дал им 10 звезд точно. Ну или 5. У меня есть друзья, из них были, из моей группы. За друзей своих болею очень. Пока юные спортсмены уже в бассейне, старшие активно разминаются. Самое время настроиться на заплыв и подвести итоги уходящего сезона. В принципе, очень хорошо. Я выполнила новый разряд, первый взрослый. Но последние соревнования мы ездили вот неделю назад на чемпионат Московской области. Я показала не очень хороший результат, но буду стараться. Однако пока одни недовольны своими результатами, тренер считает по-другому. Мы только что приехали с первенства области, с чемпионата области из Раменского. У нас мальчик выполнил норматив кандидата в мастера спорта. В принципе, ребята проплыли все неплохо. В общем, результатами мы довольны. В результате 2 соревновательных дней определились победители на каждой дистанции в 5 возрастных категориях. Впереди долгожданное лето и каникулы, а значит, спортсмены наберутся сил и покажут новые, не менее достойные результаты.